Давайте приготовим рулет из лаваша. Для этого нам понадобится одно яблоко, один банан, мягкий творог, орехи, один желток, подсластитель, ну и, конечно, сам лаваш, один лист. Яблоко очищаем от кожуры, и потом еще необходимо очистить от серединки, чтобы было такое нежное, мягкое яблоко, без твердых каких-либо кусочков. Далее очищенное яблоко натираем на терке, немного разравниваем и убираем в микроволновку на 3 минуты для того, чтобы оно стало мягким. Банан разминаем вилкой. Мы тоже стараемся делать без комочков, чтобы такое банановое пюре у нас получилось. Далее банан перекладываем в более глубокую миску, добавляем туда мягкий творог, сахзам, подсластитель, и все хорошенечко перемешиваем, чтобы была вот такая густая масса. Она даже выглядит красиво и очень вкусная. Теперь лист лаваша полностью нам нужно покрыть начинкой. Изначально это будет творожная банановая начинка, хорошо распределяем по всему периметру. Далее наше запеченное яблочко выкладываем и также тонким-тонким слоем разравниваем по всему лавашу. Теперь нам остается скрутить рулет и переложить на противень, уже застеленный пергаментом. Теперь обмазываем просто желтком сверху весь лаваш. И посыпаем дробленым орехом. Можете взять любой, какой вам больше всего нравится. Я взяла фундук. Далее убираем в духовку на 30 минут при 180 градусах.